я вообще очень увлекаюсь научной фантастикой, научно-социальной. Когда-то в юности еще я стал увлекаться Стругацкими, и «Мир полудня» Стругацких это произвело на меня такое большое впечатление, сильное впечатление. Я настолько этот мир в юношестве еще законсервировал где-то в глубине себя, внутри себя. И это был такой остров, остров надежды, остров, к которому я возвращался в трудные времена, в легкие времена, когда это был мир, где всем хорошо, где человек наконец-то пережил все, что мы переживаем сейчас, будем переживать, видимо. Это была такая планка. Ну, условно назовем это планкой. Я всегда возвращался туда. Этот мир всегда был светлый, солнечный. Там всегда было солнце. А ну и осталось солнце здесь, потому что солнце высокое. Сложно убрать. Как бы отличие одного от другого. И сейчас просто настал такой момент, когда в этот мир так глубоко зашли. Зашли прямо совсем с ним. И то, что до этого было стабильно, до этого было очень понятно, как бы всегда нужно было вернуться обратно из этого мира. И ты всегда. Это очень такой, все, я говорю, может быть, таким очень простым языком. Пришел человек, который пластиком стал в мир смывать, стирать этот мир. И то, что было до этого очень стабильно, оно перевернулось, оно смылось, оно продолжает трансформироваться. Я не знаю, во что это вообще выльется дальше, да? Вот, но вот это все про это. На самом деле это все про это. И в выставке есть, да, некая хронология, то есть выставка начинается отсюда, по часовой стрелке, и заканчивается работой ноль. Вот. Работой ноль и сферой мира, да, потому что для меня символ мира это, наверное, не голубь, а для меня символ мира это, опять же, символ из мира полудня, это летящий вверх в небо спутник, оторванный от всей этой реальности, который чистый, белый, он летит куда-то далеко. Для меня это такой символ. Вот. И поэтому я его оставил в самом конце. И возможно, это может быть когда-то этот спутник полетит. Просто сегодня же еще День России вообще, да, как совпало. Вот. И последняя работа, она. Ну, это флаг, да, флаг, лишенный красного цвета. Вот. Я думаю, все понимаете, о чем идет речь, да. И тут, наверное, больше и не скажешь, да. Вот, я никогда до этого не вешал пустые подрамники, рамы. Ну, вообще никогда не всегда так думал, как-то. Ну, вот человек повесил подрамник, и как-то, ну ладно, все понятно. Вот. А сам сейчас взял и повесил, потому что было такое ощущение, что надо это и повесить. Ну, то есть, вообще, приехав сюда, в Черногорию, я долгое время вообще не понимал, как работать. Ну, то есть, у меня был такой период, я вначале что-то делал так, это все как-то. В резиденции немножко меня как-то стало настраиваться, я, по крайней мере, смог заново начать цельно существовать и работать. Конечно, огромное спасибо Марату Кедову за то, что он меня послал. Деду, спасибо огромное, да, за помощь и вообще. Я очень благодарен, да, потому что для меня это было очень важно. Ну, то есть, в этот момент, когда мне это было нужно, это очень
третьем месте, да. Почему жук-муравейник, кстати, если это интересно, я скажу. Книжка, предпоследняя книжка трилогия Максима Кабеля, предпоследняя книжка цикла «Мир молния», когда один человек, который решил, что он может, что он должен изменить мир, он совершает преступление, убивает главного героя, да, просто потому, что это просто паранойя, да, паранойя этого человека, будучи представителем тоже, будущим представителем неких спецслужб. Ну, это все отсылки. Ну и просто мои переживания. А вот после пустого квадратника, это каньон или брешь? После пустого квадратника, она работа называется «Мир продолжается». Это просто кто-то подошел и сорвал кусок черной материи, а мир вот там как бы еще существует. То есть есть надежда на его дальнейшее существование. Потому что тот мир, который там внутри, он достаточно ровный, он не сильно изменен. Да? Там летает летательный аппарат, там стоят дома еще на своем месте, целые. А до этого все донат, как бы... Да, но это просто... мы видим сейчас. То, что мы видим сейчас, ну, вот работа, да, работа 100 дней, у него было еще другое название, но я оставил это простое название. Я не сделал, когда было 100 дней войны. Вот. Там осталась пустота черная, да, ну, в той, в которой я в каком-то смысле сейчас пребываю. И там осталось солнце, да, потому что солнце, я уже говорил, оно светит, и солнце будет.